12 школьников заболели коронавирусом в 8 учебных заведениях Северо-Казахстанской области. Как сообщил официальный представитель Минздрава Багдат Куджахметов, COVID-19 выявлен и в одном детском саду. Сейчас в заведениях принимаются все необходимые противоэпидемиологические меры. Контактные лица помещены под домашний карантин на 2 недели. Дети переносят инфекцию в легкой форме. У многих температура не наблюдалась, но у некоторых проявились кашель и другие симптомы. В целом у всех легкая форма и находятся дома. Они обеспечены необходимыми лекарствами и находятся под наблюдением врачей. Багдат Куджахметов также добавил, что на сегодня вызывает обеспокоенность ситуация со вспышкой коронавируса и в трудовых коллективах. К примеру, коронавирус выявлен еще у 8 хоккеистов «Барыса». Установлено 29 контактных лиц, все отстранены от посещения стадиона «Барыс-Арена». И на стадионе проведена дезинфекция и разъяснительная работа с сотрудниками. Однако 22 сентября при обследовании 29 контактных лиц положительный результат выявлен еще у 8 членов команды. И у всех 19 заболевших лиц симптомы COVID-19 отсутствуют, они находятся на амбулаторном лечении.